Я не знаю, что будет происходить! Чё? Нет, главное жить, ё-моё, это уже джамбуст не 100, это уже джамбуст 200. Что это за скорость? 1000, ребята, у меня скорость 1000, я выиграл! Что? Чего происходит? Вы посмотрите, это новый вид строительства! Это что? Это скорость 1000! Ё-моё, что? Куда я лечу? Там, по-моему, игроку тоже дали какую-то скорость, и он тоже куда-то полетел. Всем привет, с вами Айгера. И сегодня админы Плазмикса будут управлять моей игрой на Скайварсе и на других мини-режимах. Это будет очень весело, сейчас вы поймете, что будет происходить. Но можно сказать то, что админы Плазмикса сейчас будут включать мне читы. В общем, погнали. Ну а также, как вы видите, сегодня у нас видео с вебкой. И если что, это видео записываю с вебкой я не просто так, потому что сегодня вы будете видеть мои настоящие эмоции. Дело в том, что сегодня админы Плазмикса будут меня троллить. И как вы видели, сейчас у меня уже... Я просто ничего не видел, на меня наложили какой-то непонятный эффект. И сегодня это будет происходить целое видео. То есть у меня постоянно будут всякие разные эффекты, типа скорости, джамбуста. Вот сейчас у меня отравление какое-то, у меня очень мало хп, главное жить, главное жить. В общем, реально, сегодня будут настоящие эмоции. И да, конечно, так играть очень сложно, но я думаю то, что у меня все получится. Самое главное, чтобы мне не дали какой-то очень страшный эффект, вот, к примеру, джамбуст в тот момент, когда я могу упасть. Ну ладно, главное смотреть на джамбуст, потому что он в любой момент закончится, и я могу вот так вот прыгнуть, и мне нужно сейвиться водой. В общем, сегодня... Что? У меня какая-то скорость 101 и джамбуст! Я не знаю, как мне двигаться, я просто очень быстро бегаю. Ё-моё, у меня еще и отравление, я просто ничего не успеваю сделать. Ладно, погнали сливать вот этих вот игроков. У него 9 хп, у меня очень мало хп, потому что у меня отравление. Меня куда-то подкидывает. Меня еще будут, скорее всего, в любые рандомные моменты телепортировать куда-то. Будут меня подкидывать все время. То есть, в общем, сегодня у нас просто очень жесткий троллинг. И сегодня я буду играть не только на Скайварсе, мы еще пойдем на дуэли. Что? Мне дали силу какую-то, сила 6. Я только что этого чувака с одного удара вынес. Я не знаю, что происходит, я просто не понимаю. В общем, да, сегодня будем играть в разные мини-режимы. Может, пойдем в этот, в билды FIFA или как оно там называется. В общем, это будет весело. Я понятия не имею, где последний... Я ничего не вижу, у меня... Что это? У меня слоун из 101, я вообще, я не могу двигаться. Посмотрите, я сейчас нажимаю вперед, и я не могу двигаться. Я могу только, если прыгаю, двигаться. Опа, на джамбуст, нет! Что это? Нет, 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 пожалуйста, но не в этот момент. Как мне его сливать? Как мне его сливать? У меня какой-то фуви просто, у меня фуви сейчас, я не знаю, один, наверное, я просто ничего не вижу. Так, нет, куда ты убегаешь, у тебя одно хп, я должен тебя слить. Главное, нет, отравление, я выиграл, да, сюда! Я хочу еще одну игру сыграть на Скайварсе, а после этого, я думаю, мы уже пойдем в новый мини-режим, который добавили на Плазмикс, ну а также пойдем на дуэли. И админы мне сейчас сказали, что сейчас будут очень жестко меня троллить, и... Я не знаю, что будет происходить! Чё? Нет, главное жить, ё-моё, это уже джамбуст не 100, это уже джамбуст 200. Я не знаю, как мне вообще передвигаться. Ё-моё, ладно, это, слушайте, это уже более сложный уровень. Я еще и урон получаю. Тут самое главное сейвиться водой. Это действительно очень сложно, потому что... Так, ладно, сливаем вот этого игрока. Воду забрать. Самое главное забрать воду, потому что, опять же, в любой момент мне дают непонятные эффекты. Так, давайте съедим гэппл и попробуем слить этого игрока. Я очень боюсь, что мне сейчас какой-то дадут эффект. Нет, 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 уходим, 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 у него очень хорошая... Я ничего не вижу! Как мне стрелять из лука, если у меня слепота? Я ничего не вижу, у меня джамбуст! Как мне сейвиться? Как мне сейвиться? Все, я не прыгаю, понял, я понял, я все понял. Так, нет, 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 жить, 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 уходим. Вот бы мне кто-то сейчас регенку дал... Нет, жить, пожалуйста, давай, а, нормально, засейвились, хар... Что, что это за скорость? Что это за скорость? Меня просто на шифте... Посмотрите, как я строюсь! Просто посмотрите, как я строюсь. Как мне сливать этого игрока? Я его на шифте, чтобы... Нет. 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 Да, я его слил. Отлично, отлично, я его слил. Смотрите, я когда из лука стреляю, посмотрите, как я двигаюсь. Как будто я просто медленно хожу. А если я не на шифте хожу, то я просто куда-то улетаю. Так. Я его на шифте сливаю. Я просто бегаю на шифте и сливаю его на шифте. Так. Тихо, тихо. Нет, нет, что это за скорость? Я реально сейчас... Посмотрите, я на шифте бегаю. У него 3 хп. Жить, жить, жить. Я ем гэппл. Посмотрите, как я двигаюсь, когда я ем гэппл. Что это за скорость? 1000, ребята, у меня скорость 1000. Я выиграл.
Просто... Что я куда-то улетел? Самое время поиграть в билды FIFA. Я боюсь представить, что сейчас будет происходить, потому что здесь постоянно происходит PvP, и мне будут накладывать какие-то разные эффекты. Ну смотрите, я кого-то даже сливаю, он меня бьет какой-то пал... Что? У меня какой-то джамбуз 400, ё-моё! Слушайте, ну ладно, мы... Чего? Нет, у меня ж... Сейчас он закончится. Нет, живем. А, здесь же нет урона от падения. Все отлично. Мне здесь джамбуст будет очень сильно помогать. Так, чувак куда-то строится. Сливаем его. Кстати, ребята, IP Плазмикса я оставлю в описании под этим видео. Советую вам зайти поиграть в разные мини-режимы на нашем сервере. Вот, к примеру, сейчас я играю в билды FIFA. Нет, я куда-то просто... Что? Скорость? Скорость 400. Я на шифте бегаю. Посмотрите, я бегаю на шифте и сливаю этих игроков. Так, подождите, теперь у меня джамбу 100. Отлично. Мне кажется, чувак вообще не понимает, что происходит, но мы его сливаем. Нет. Чё? Нет, я улетел куда-то. Мне дали опять скорость непонятную. Я просто куда-то улетел. Так, все, летим сюда. На шифте передвигаемся. Думаю, какое-то время сейчас здесь поиграем. И потом, почему у чувака нет брони? Потом еще нужно пойти обязательно на дуэли. Мне интересно посмотреть на реакцию игроков, когда они будут пвпхаться со мной, когда у меня скорость 1000, джамбуст 1000. Слоунес 5 у меня сейчас, чтобы вы понимали. У меня слоунес 5 и джамбуст. И я просто передвигаюсь настолько странно. Так, жить. Вот бы мне еще сейчас силу дали. Вот это было бы очень классно. Не-не-не, ребята, не надо вот так вот жестко. Ладно, прыгнем на вот этого игрока, который тут ставит паутину. Живем. Жесткий сейф. Что за эпик? Что за эпик? Ну я, конечно... О, что происходит? Меня куда-то просто... Я лечу куда-то. Я не понимаю, что происходит. Я... Ладно, на шифте опять снова возвращаемся к шифту. Я только на шифте могу нормально пвпхаться, когда на мне скорость. О, у меня сила. Пока у меня сила есть, надо сливать. Минус, минус, просто минус 2 только что я сделал. Отлично, у меня уже целых 20 киллов здесь, нормально, это жестко. Ну что ж, в принципе, думаю то, что я здесь уже наигрался. И, наверное, сейчас пойдем на дуэли. Так, ладно, я эпично засейвился. На шифте вот так вот. Минус, что происходит? А, у меня сила. Просто нормально я тут киллов наделал. Еще, еще. И еще все отлично. Ну, что я могу сказать? Это было реально очень жестко. И теперь предлагаю пойти на дуэли. А сейчас я решил зайти на фаербол дуэли. Я не знаю, что здесь будет происходить, но мне интересно посмотреть на реакцию игрока, с которым я сейчас буду пвпхаться. Потому что, опять же, сейчас мне тоже будут давать что? Так, подождите, у меня... А, ну ладно, скорость 4 это нормально, давайте попробуем построиться. В принципе, под скоростью 4... Что? Чего происходит? Вы посмотрите, это новый вид строительства. Это что? Это скорость 1000. Ё-моё, что? Куда я лечу? Там, по-моему, игроку тоже дали какую-то скорость, и он тоже куда-то полетел. Но я сломаю ему кровать. Отлично. О, у меня джамбуз 100. Нормально, нормально, в принципе, с джамбуз 100. Стоп, мне лучше спрыгнуть. Мне лучше спрыгнуть, потому что он подбегает к моей кровати, и он сейчас меня может сломать. Так, надо не забывать то, что у меня есть еще вот эти вот штуки, что? Ладно, мне, в принципе, даже фаерболы не нужны, у меня джамбуз 300, зачем мне вообще что-то? Так, ладно, летим сюда, вроде долетаю. Кровать уничтожена, нет, это очень плохо, это, конечно, очень плохо. Скорость 400, так, главное следить за эффектами, потому что, опять же, в любой момент... Ё-моё, как я строюсь! Нет, 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 отстань со своим фаерболом, у меня опять джамбуст. Так, все, фаербол куда-то летит. Нет, не на меня ж! Он меня сам подкинул куда-то. Победа, фух! А теперь я решил зайти в The Bridge. Мне кажется, здесь будет очень интересно. У меня сразу джамбуст 200, ладно, такого я не ожидал. Я ничего не вижу, он ко мне бежит. Нет, лучше я спрыгну, потому что мне нужно задефать. Так, чё, он залагал. Ладно, вот это ему сейчас, конечно, очень не повезло. Но зато я смог задефать. Так, ладненько, бежим. Я думаю, у меня получится выиграть, но, опять же, мне сложно. Да, конечно, иногда эти эффекты помогают. Но, к примеру, сейчас у меня... Посмотрите, как я строюсь. Просто я не могу двигаться. У меня какой-то слоунес 5. Жить... Пожалуйста, жить. Так, ем Гэппл. Кстати, Гэппл же мне фул хп отрегенит, но он меня скинул. Потому что, опять же, я просто не могу двигаться. Так, ладно, джамбуз 200, вот это уже поинтересней. Просто я не знаю, что у него в голове происходит в тот момент, когда я лечу к нему. Так, у меня еще и скорость. Я ж первый? Да, я первый. Отлично, все, первый гол есть. Бежим дальше. Давай, пока скорость действует. Ну уже, давай быстрее. Ладно, все. Скорость, еще скорость. Посмотрите, я на шифте бегаю, ребят. Я сейчас бегаю на шифте. И проблема в том, что он меня видит, а я его нет. И вот это вот самая большая проблема. На меня куча каких-то разных эффектов наложили. Джамбуз 300, погнали. Братан, ничего, не подумай, но так бывает. Прыгаем.
Отлично, все, два есть. Еще осталось всего лишь три раза запрыгнуть, и это будет победа. Вот бы мне сейчас еще скорость миллион дали. Давайте просто вот так вот побежим, чтобы он ничего не смог сделать. Подожди, братан, ну что-то ты должен понимать то, что если у меня скорость 100, а у тебя скорости нет, то я быстрее добегу. По-моему, должно работать так. Ну, ладно, наверное, я не знаю, все какое-то темное. Что? Куда я полетел? Я не могу, джамбуст 300. Он просто смотрит вверх, не понимает, где я. Ну, нет! Нет! Вы понимаете, мне дали в последний момент замедление, и я из-за этого не смог запрыгнуть. Что это такое? Это какой-то очень страшный тролль. Это очень страшный троллинг. Давай! Я не могу запрыгнуть из-за скорости. Победа! Вот такое вот веселое видео сегодня получилось. В этом видео было много настоящих эмоций. Мне кажется, это реально очень классное видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Поэтому ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть подобное видео на Плазмиксе. И всем пока-пока!